Минуты отделяют от того, чтобы новоселы переступили порог новых квартир. Они – это помощник воспитателя детского сада «Мечта» Виктория Духно и два врача – анестезиолога-реаниматолога 1-й и 2-й районы больниц Алишер Мадаминов и Сергей Малистов. Каждый из них ждал жилья не один год. В любом случае, свое жилье – это всегда очень важно для каждой семьи, да, для любой ячейки общества, потому что, ну, сами понимаете, какие цены нынче на жилье, да, и даже в ипотеку, если покупать, это долгие годы платить. Ну, и, как говорится, минус одна ипотека в этой жизни уже хорошо. Сергей Русланович пошел по стопам дедушки. После практики во 2-й районной больнице устроился сюда на работу. Правда, приходилось ездить из Коломны. И вот новый этап жизни двух врачей и педагога. В сентябре 2019 года они дождались квартир, пусть и служебных. Надеюсь, что вы останетесь и дальше продолжать свою трудовую деятельность в нашем Воскресенском городском округе. Мы очень нуждаемся в квалифицированных кадрах, в том числе и в педагогах, и в медицинских работниках. Для нас это очень важно. Район хороший, в районе есть рядом и торговые магазины, торговые площади, есть рядом, неподалеку и автобусная остановка, и детский сад, и школа. То есть очень удобно. Дом комфортный, современный, квартиры благоустроены, новые. Исполняющий обязанности руководителя районной администрации Артур Болотников вручил договоры найма и ключи воскресенским новоселам и вместе с ними осмотрел квартиры. Первой открыла дверь Виктория Духно. У Виктории две дочери. Младшая Кристина не может сдержать эмоции. Семья 13 лет ютилась по съемным квартирам, а тут простор, площадь 63 квадратных метров. Ужасно большое счастье для нас. Мы очень счастливы. Слов нет просто. Классно. Переполняет всю себя. Внутри аж все. Рады очень. Ну, слов нету, как мы рады. Так запланировали уже дети, что поставить? Ну, дети распланировали себе здесь поставить. Тут диван, а тут моя кровать будет. Да. В квартире просторной прихожей, кухни, две комнаты, раздельный санузел. Новое жилье – это громадный стимул для новоселов воплощать жизнь планы, растить дочек и сыновей, лечить людей и воспитывать детей в учреждениях Воскресенского района. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, новости из Кровект.